Я просто зашел там в комментарий. И просто каждый второй, наверное, комментарий там, кто это, Байден Баласе, там, то, что ты вообще там мяч не умеешь принимать. Иди лучше этот. Брось футбол, пока не поздно. Вот и такие всякие комментарии. А при этом бытует мнение, что ты, Прокопенко, Басманов, вас немножко передержали в молодежной команде. До сих пор пишут, звонят, билеты просят уже. А против Словении, к сожалению, не сыграл, даже в заявку не попал. А Чечесов как-то объяснял этот шаг? Я не считаю себя героем в этой игре, потому что за кадром остается еще много людей. Сейчас меньше начал читать. Я вообще уже перестал читать, можно сказать. Там комментарии читать там, и так далее. Достар, ассаламу алейкум. Футбол жылы YouTube арнасында жаңа қонақ. Ұлттық құрама командасының шабуылшысы Астана футбол клубының ойыншысы Рамазан Кәрімов. Қош келдің. Баршаңызға ассаламу алейкум. Жақында ғана Рамазан Бранның қақпасына шешуші гол соқты. Және де осы голдың арқасында Астана командасы конференция лигасының топтық кезеңіне шықты. Енді Рамазанға арасында қазақша сұрақ қоямын. Керек болса орысша да айта алады, қазақша да сөйлей алады деген ойдам. Біріншіден қазақ халқына, футбол жанкүйерлеріне ассаламу алейкум. Рұқсат болса бір-екі ауыз сөзім бар. Мен қазақ мектебін, қазақ университетін бітіргем, қазақша сөйлей аламын. Бірақ ортам көбінесе орысша сөйлейді, сондықтан маған орысша өз ойымды жеткізуге жеңілдірек болады. Бірақ келесі сұхбаттарда, подкасттарда қазақша сөйлеймін міндетті түрде. Жақсы. Недавно забил гол. Потребовалось всего лишь 16 секунд для того, чтобы забить этот гол. Ты сам ожидал, что настолько быстро все произойдет? Нет. Все было как в кино, наверное. Я перед тем, как выходить на замену, посмотрел на табло. Уже 90-я минута. Я уже думал, если честно, то, что мы будем держать счет, как и Бран, в принципе. Думал, сейчас будет дополнительное время. И уже думал даже о серии пенальти. Я уже думал, смотрел на ворота и думал, куда же я буду бить во время серии пенальти, если будет. Но как вышел, и мне сразу такой момент выпал. И вообще до сих пор как будто не осознаю, что произошло вообще в целом. До сих пор. Ты ожидал, что такой подарок может произойти? То есть защитник делает передачу другому футболисту, и тут следует перехват. Сама передача была очень некачественной, то есть слабенько он отдал. Ну, я как будто чувствовал. Перед тем, как он уже отдавал вратарю, он уже корпусом показал то, что отдает вратарю. Я как будто почувствовал то, что он уже вот-вот ошибется, и у меня будет момент. Ты сказал, что это было как в фильме. На самом деле мечтал о таком, когда ты начинал заниматься? Конечно, тем более я воспитанник клуба, это мой родной клуб, и я всегда мечтал забить именно такой гол исторический, чтобы писать свое имя в историю клуба, как воспитанник, и ну, это мечта детства. Знаешь, очень часто Астану критикуют, потому что команда в основном опирается на иностранных футболистов в еврокубковых играх, если взять. А в чемпионате казахстанцы играют чаще, но не так часто, как хотелось бы. И это символично, что забивает именно воспитанник, именно казахстанский футболист. Решающий гол. Да, но я бы хотел в первую очередь поблагодарить руководство клуба. То, что вернули меня обратно, позвали обратно в клуб. И тренерскому штабу, которые доверили мне, можно сказать, место в Астане. Хоть я и не часто играю, но объективно то, что я сейчас проигрываю конкуренцию, но никто сдаваться не собирается, еще впереди очень много игр, буду работать, чтобы играть намного чаще, забивать голы, приносить пользу команде. И я не считаю себя героем в этой игре, потому что за кадром остается еще много людей, которые работают на этот клуб, как я говорил, после Кайрата. Есть администрация, массажисты, доктора, аналитики,
офисные работники, все работают во благо Астаны, нашего клуба. Я думаю, это общая победа всего клуба в целом. Как ты думаешь, ты долго ждал своего шанса? Потому что несколько раз ты уходил в аренду и тренировался только на сборах, в каких-то товарищеских матчах выходил. А тут полноценный сезон для тебя, первый в составе родного клуба, да? Уже не во второй лиге, не в первой лиге, как раньше. Ну, всему свое время, я думаю. Я думаю, наоборот, это мне помогло как-то, не знаю, обрести, может, мясо, как-то получить как можно больше игровую практику в других клубах, чтобы стать более опытным. И я думаю, всему свое время, и сейчас я там, где должен быть. При этом я знаю, что летом у тебя были варианты в других казахстанских командах, и ты даже подумывал над тем, чтобы в поисках игровой практики все-таки уйти. Да, я был совсем, ну, как сказать, на эмоциях уже был летом, наверное, то, что вот мало играл. И после кубковой игры, кажется, с Каспи, когда Каспи там привез тоже второй состав, хотя команда с первой лиги. И даже тогда, я думаю, не попал в состав, и я уже, не знаю, на эмоциях после игры подошел к главному тренеру, сказал то, что я хочу уйти, мне не нравится эта ситуация, моя в команде, моя роль. И, можно сказать, на эмоциях, когда сказал то, что я уже хочу уйти. Но сказал, главный тренер сказал, что я подождал 2-3 дня еще, надо подумать хорошенько, куда мне лучше будет уйти, где я буду больше играть. Но потом, спустя несколько дней, он позвал меня обратно. Я уже тогда остыл и сказал то, что впереди очень много игр. Еврокубки, чемпионат, кубок лиги. И у меня все равно будет шанс. И сказал, если хочешь, оставайся. Если хочешь, то мы не против, чтобы ты ушел. И получал как можно больше игровой практики. Но я подумал то, что вот тогда я был на эмоциях после игры. Но я дома лежал, очень много думал и думал, я не могу так просто сдаться, просто взять и уйти, при том, что я сколько ждал этого шанса играть в этом клубе, в своем клубе. И вот решил просто остаться и доказать. Когда ты забил гол Брану, ты почувствовал, что все было не зря? Да, после игры, да, я сразу так. Я до 7 утра, наверное, до 8 утра не спал. Не спал. Поздравления принимал. Но я вообще сам в эйфории был. Я думал, это реально, что ли, или нет. И вот думал о том, что вот не зря все-таки, что я не ушел. Получил свой шанс и воспользовался. Это пока самый значимый гол в твоей карьере? Да. Ну, был еще, конечно, за молодежную сборную, когда мы там в гостях выиграли Черногорию. Я тоже на последних минутах забил победный гол. Тоже значимо, но здесь все-таки мой родной клуб. Я думаю, еще и в Еврокубках. При этом, знаешь, мало кто верил в Астану, особенно после первого матча. Там, откровенно говоря, мало что у нас получалось, особенно во втором тайме. Норвежцы были сильны, могли забить больше 2 мячей. Я тоже смотрел там, читал всякие мнения о том, что мы не сможем пройти Бран. То, что они на голову сильнее, чем мы после первой игры. Но я думаю, тренерский штаб проделал огромную работу, потому что мы 3 дня подряд после игры, после прилета в Алмату, анализировали первую игру. Увидели все ошибки Брана, которыми мы не воспользовались. И на тренировках делали акцент именно на их ошибки. И получилось так, что забили 3 гола и прошли дальше. А при этом и Астана, и Бран находились в похожих условиях. То есть предстоял длительный перелет, а потом восстановление, всего 6-7 дней. Было очень непросто. Сначала Астана играла в гостях. Сложно было? В плане перелета? И в плане перелета, и в плане того, что другие условия, другое поле, соперник, давление со стороны. Ну да, любой. Конечно. Очень сильная команда. Атмосфера это вообще. Я, наверное, впервые был в такой игре, где вот такая атмосфера, где все болельщики абсолютно поют, кричат.
И, ну, поле, не знаю, поле было идеальным. Перелет, я думаю, тоже все уже привыкли к длительным перелетам. И нормально восстановились, прилетели за 2 дня до игры. Я думаю, проблем не было с восстановлением. Ты говоришь, что чуть ли не впервые, а матч в Киеве вспоминаешь, когда 1-1 сыграли? Но там было же без зрителей. Но все равно, ну, А это там все-таки просто такая Украина. атмосфера, так сидишь и даже уши там настолько болят, что они так настолько сильно кричат. Я был в первой такой атмосфере, если честно. Хотелось, конечно, сыграть, но понимал, что объективно, наверное, я был еще не готов к такой игре. Наверное, по мнению тренера. А при этом многие считают, что ты гораздо удачливее играл в составе команды, где работал Кайрат Нуртдаулетов, и тебя многие с ним связывали и продолжают связывать. И многие считают, что ты мог уйти в ЖИЦУ. Да. Ну, когда я уже хотел уйти, то Константинович Бабаян спросил, а куда ты хочешь перейти? Сказал, что есть 2-3 варианта. Там звонили по мне, отпустит или нет, в другой клуб, в аренду. Я сказал, я хочу в ЖИЦУ, хочу к Жумабекчу играть там. Тем более там меня знают. Но это не то, что вот там у меня там зона комфорта, меня там знают, и я там 100% буду играть. Я знаю требования Жумабекча, знаю его как человека, как тренера, знаю его требования. И я думаю, ну, всему свое время. Значит, так и должно было быть, что я остался в Астане. А Бабаян что сказал после гола Брану? Я уже не помню, честно. Раздевалки что-то сказал, то, что вот самый быстрый гол в карьере. Что-то в этом роде. А я просто вот так сидел, за гол ухватился и до сих пор не понимал, что происходит. Я думал, реально это сон. При этом ты пробежал чуть ли не половину стадиона, А до праздновал. сих пор и в Эйфория такая сборной, и была. в клубе все смеются над этим, что я просто чуть ли не на Аль-Фараби побежал, если бы там ворота еще были открыты. И, ну, не знают, я просто был настолько счастлив, наверное. Тем более, с этой стороны сидели болельщики, вот куда я побежал. И там сидели мои друзья, там тоже. Я просто хотел пробежаться там и как-то порадоваться так. Я просто не понимал, что происходит. Еще так быстро все произошло. Я только вышел и сразу гол. Сразу момент. Еще перед тем, как выйти, я думал, что вот до игры, ну, в принципе, вот все лето я думал, ночью очень много думал, лежал, не мог уснуть, почему у меня не получается забить. Что не так? Вроде все то же самое, как и в прошлом году, работаю, тренируюсь упорно, но никак не получается забить. Не знаю почему. Вроде моменты есть. Играю мало, конечно, но моменты есть. Но все равно мяч не залетает в ворот. Но я подумал, что Бог меня готовит к какому-то моменту серьезному. И я все время верил в Бога. И я думаю, Он услышал мои молитвы. И Аллах-Шукр. Ты можешь сказать, что сейчас все только-только начинается для тебя? В плане. А в плане, что какая-то узнаваемость потихоньку начала появляться, особенно Я после бы не хотел, гола. чтобы меня помнили только по этому голу. Нет, понятно, что это, скажем так, отправная точка. Ну да, я думаю, да. В плане моей уверенности, наверное, в себе. Потому что до гола я потерял, можно сказать, наверное, уверенность. Не было игрового тонуса. А тут такой гол. Еще перед сборной как раз. И эмоционально я уже был, наверное, больше готов к таким большим играм. Наверное, да. Отправная точка. Но вот потом ты попал в окончательный список сборной, даже вышел против Норвегии. А какие эмоции испытал? Ну, это было, наверное, как будто мой дебютный матч за сборную. Потому что мы вернемся еще к вопросу моему дебюту в сборной. Я думаю, еще Франция. можно продолжать, да. Но как будто был дебют сборной, потому что
такая атмосфера, полные трибуны. Еще такая команда Норвегия. Ну, как сказал Саламыч, не важно, кто напротив тебя, а важно, кто рядом с тобой. И просто все выходили и бились за страну, за флаг. При этом, по-моему, какие-то шансы у тебя были, такие небольшие. Да, я тоже пересматриваю постоянно и думаю, почему я не побежал раньше. Хотя читал то, что он меня не видит, защитник. Я мог просто перехватить или просто сразу ударить. Но я почему-то поздно среагировал. И потом мне все писали то, что ты мог повторить историю с Браном. Только уже за сборную. И Норвегии еще. А против Словении, к сожалению, не сыграл, даже в заявку не попал. А Чечесов как-то объяснял этот шаг? Нет. Просто я узнал это, можно сказать, в интернете утром. После завтрака, то что я не в заявке и все. В принципе, никто не разговаривал, нет. То есть он в день игры не говорил об этом? Нет. Когда футболист в составе сборной не попадает в заявку, а что он чувствует? Конечно, обидно. Но не то, что обидно. Все равно хочется как-то помочь. И... А когда ты сидишь и, можно сказать, ничем не можешь помочь, только там словами и так далее, то, конечно, грустно, с одной стороны. Но ничего, это футбол. Наше время придет. В целом, если Лигу наций взять, как думаешь, по силам нам сохранить прописку? Я думаю, да. То, что, я думаю, все зависит от нас, от нашей игры. Я думаю, в прошлом году сборная доказала то, что можно играть с любым соперником. И я думаю, по силам. При этом, если не ошибаюсь, из Мактарала тебя в сборную вызывали. Да. Как думаешь, почему не так часто и не так стабильно? По-настоящему не давали шансов, хотя ты свои 8-9 забивал стабильно. Мактарале? Да. Не знаю. Ну, ты был же одним из результативных казахстанских нападающих. Да, но не знаю, почему так получилось. Я не разговаривал ни разу с Магомед Мусаевичем. У нас не было личного диалога. Он просто приехал, он сказал, поздравляю с вызовом. И... Позже поговорим на первой моей тренировке. Но мы так и не разговаривали ни разу. Я не знаю. Но это его видение. Как думаешь, почему в Мактарале получалось? Ты же два раза туда переходил. Да. Предысторию рассказывать, как я перешел. Конечно, конечно. Я был в Каспе, в аренде, получается. И... В этот период у меня была травма, я играл на обезболивающих таблетках, уколах постоянно, потому что там, можно сказать, из-за поля у меня возникли проблемы с коленом, я очень долго лечился, но все равно продолжал играть на уколах, на таблетках, и во время отпуска я уже полноценно пошел лечиться, получать физиопроцедуры. И, получается, начинаются сборы в Астане. Благоевич переходит, ну, возглавил Астану. Я обрадовался. Первое время думал, что тренер меня знает. И, в принципе, мы хорошо ладили. Постоянно общались в Каспе. После, можно сказать, каждой игры обсуждали это мои моменты, мои ошибки и как я мог поступить там, как я мог сделать... Как я мог поступить с мячом так, как я мог забить, куда я мог побежать, что я не так сделал. Но почему-то в Астане на сборах мы с ним ни разу не разговаривали. Но мне уже дали понять то, что на меня не рассчитывают. Но я хотел именно поговорить с главным тренером, и чтобы он мне сказал, что вот мы на тебя не рассчитываем, тебе надо искать клуб. А тут такая ситуация, то, что я... Даже не знал, что мне делать. Я снова получил травму в Турции на первых тренировках. Улетел в Астану. Лечился там. И команда прилетела обратно в Астану уже, готовясь к чемпионату.
Чемпионат начался, я даже не попал, кажется, в заявку на сезон. И уже оставалось сколько там? 2-3 дня до окончания трансферного окна. И мне звонит агент и говорит то, что никто не хочет брать, хотя была договоренность с Каспи обратно. Вроде тренер меня хотел, Костов, на то время. Но, кажется, там директора повыше не хотели, что я переходил туда. И агент мне звонит, говорит то, что вариантов нет, ты, скорее всего, поедешь в первую лигу в Кайсар по задаче. Ну, конечно, ты не хотел. Ты же там был уже. В Кайсаре? Нет, в первую лигу. А, Хотел ну же да, именно был, был, премьер-лиги да. же хотел. Я подумал, что я прям так сгрустнул. Я подумал, ого, вроде в прошлом году только дебютировал, можно сказать, сборной. Вроде неплохо себя проявил. И тут у меня нет вариантов, никто меня не верит. И говорят то, что скорее всего поедешь в Кайсар. А я не хотел в первую лигу уезжать. Все-таки я думаю, это шаг назад. И последний день трансферного окна. Астана как раз прилетела из Туркестана. Сыграли с Мухтаралом, и ко мне подходит Мурат Азимбекович Тлешев. Говорит то, что вот, тобой интересуются, хотят, чтобы ты к ним пришел в аренду. Я вот согласился перейти в Мухтарал. И большое спасибо, конечно, хочу выразить директорам клуба, руководству клуба, Минижану Сеновичу, Серебаеву Тегенову за доверие. То, что поверили в меня в такой период, когда меня, можно сказать, никто не верил. Большая благодарность Улухбеку Пахридиновичу. Тоже внес огромный вклад, можно сказать, в мою карьеру. Посоветовал меня Махтаралу, директорам, чтобы меня взяли. И что я не подведу. И так получилось, что я оказался в Махтарале. Ну как так получалось, что ты забивал постоянно? Ну, это, наверное, доверие тренерам, в первую очередь. Что в первое время Святославович Ферапонтов, можно сказать, доверял мне. Потом пришел Костянтин Горовенко. И все как-то так получилось, что мы сразу начали разговаривать с Горовенко, с Санычем, то, что он меня верит, хочет, чтобы я проявлял свои лидерские качества, видит во мне лидера команды. И я думаю, это заслуга тренера и в целом команды. А с кем комфортнее было все-таки играть в Мактарале? Ты же нападающий, Ага. и всегда очень важно, кто отвечает за креатив, чтобы у этого футболиста всегда был четкий, точный пас, чтобы он умел сделать почти А, всю работу, но, предоставить наверное, мяч все на блюдечке. догадываются, то, что это, конечно же, Анали Пайрус, мой друг, с которым мы знакомы с детства. И мне с ним комфортно было играть эти 2 года. И я сейчас смотрю на его результаты, Вильямая, я очень за него рад. Я, можно сказать, наконец-то проявился, наверное. Потому что, не знаю, о нем как-то мало говорили всегда. Махтарале, хотя очень тоже большой вклад внес в то, чего мы там добились. Сохранили команду Премьер-лиги дважды. И он внес огромный вклад. Но о нем почему-то мало говорили. И тут, я думаю, его Бог тоже вознаградил за его терпение, за его труд. Я думаю, что в будущем, возможно, даже то, что мы и в сборной будем вместе играть. Так все ждали, что Пайрус окажется в сборной Да. уже вот осенью, то есть в сентябре. В списках, к сожалению, его не было. Я тоже, ну, это выбор тренера все-таки, но я думал то, что вот его вызовут все-таки. Я думал, он заслужил. Но не мне решать, конечно. В прошлом году на его день рождения я ему говорил тост. И я ему говорил то, что мы вместе были в группе подготовки, играли против друга. Тут оказались вместе, играем в одной команде.
молодежной сборной играли вместе. И осталась вот национальная сборная. И я ему желал побыстрее туда попасть. И, ну, в себе, конечно, тоже закрепиться там. Я думаю, не за горами, чтобы его вызвали в сборную тоже. Очень жду. А при этом комфортно было именно в бытовом плане в Мактарале? Потому что сама команда зарегистрирована в районном центре, угу. но своих соперников принимала угу. сначала в Туркестане, потом уже в Шымкенте. Да. Если говорить о логистике и бытовых условиях. Да, я думаю, все было на высшем уровне. Потому что есть база, БИК, есть трехразовое питание, есть тренажерный зал, есть и баня, и бассейн. Я думаю, все условия есть, чтобы просто развивать себя как футболист и просто работать над собой. Если вернуться к Астане, то сейчас многие говорят только о матче против Челси. Хотя есть и другие соперники, да, наверняка и друзья тебе писали, что вот нужны билеты, что хотят попасть на этот матч. Очень хорошо, что он пройдет именно в Казахстане, а не в Англии. Ну да, до сих пор пишут, звонят, билеты просят уже. Хотя я сам не знаю, где мы будем играть, никто не знает до сих пор. Ну вроде УЕФА уже... Да, на сайте УЕФА стоит Алматы, центральный Алматы, стадион. Да. Но нам точно информацию никто не говорил. И сами пока не знаем, что да как. Но тут... люди до сих пор звонят. Ну ты наверняка в родном городе хотел бы все-таки. Конечно, сыграть. Конечно. Это вот, не знаю, я прям прошу. Я не знаю, если дойдет до, не знаю, там, госорганов, чтобы они... До вышестоящих. До вышестоящих, да. Чтобы они как-то помогли в этом, чтобы основной арены быстрее... Тем более в декабре матч. Тем более в декабре. Там будет тепло, да. Искусственный газон. Я перед тем, как переходить, я все время думал. Была мечта сыграть на заполненном Астана-арене. С детства такая мечта была. А тут так получилось, что я перешел в Астану, и мы играем в Алмате. Да. И как бы без болельщиков, можно сказать. И как-то обидно. Я надеюсь, что Челси будет в Астане. Я прошу прям всех помочь в этом нам. Да. Григорий Константинович говорит, что весь сезон Астана играет в гостях. Да. То есть на выезде. Угу. А ты как думаешь? 100% согласен. То есть 500-700 тысяч болельщиков, этого недостаточно. Для того, чтобы 700 тысяч? 700 болельщиков. А. Я тысяч сказал, да? Да. 500-700 и 1000 болельщиков. Недостаточно? На Хантенгри? Да. Нет, вообще. На Сан-Арене больше. Больше, но там и, не знаю, как это, акустика, наверное, другая, то, что слышно. То, что без беговых дорог. Хотя и на Хантенгри тоже беговых нет. Но там никто не кричит особо, там просто все молча смотрят футбол. Я даже, мы сидели вот, когда играли с Кызылжаром, и так шутки накидывали, то, что посмотрите, а там вообще есть кто сидит, что-то вообще тишина. Потому что только тренера разговаривают, чтобы игроки... А никого не слышно вообще. И атмосферы нет никакой, как будто товарищеская игра. И так, можно сказать, продолжается уже год, наверное. Вот. Ну, говорят, что на следующий год уже Астана будет играть у себя дома. Ну, наверное, да. Надеюсь. Результативность Рамазана Каримова повысится после этого? Я не знаю даже, где я буду в следующем году, так что надо закончить этот сезон еще. Ну, контракт до конца года? Да. Предварительно разговоров не было? Нет. А что говорит Бабаян? Ничего. Ну, по поводу следующего года никто ни с кем еще не разговаривал. Ну, я не знаю, со мной никто не разговаривал. А ты говоришь, что мечтал сыграть на Астана-арене. Если не ошибаюсь, ты дебютировал за сборную именно на родном стадионе. Против Франции. Да. Знаковый матч для тебя? Конечно. Все-таки такая сборная, еще дебют. Еще против таких звезд, да? До игры ты думаешь об этом, что читаешь там прессу, интернете там, то, что вот Мбаппе, там Дембеле, Погба все приедут, и думаешь, вау, ты вроде их там смотрел по телевизору только, играл там в FIFA за них, а тут они приезжают, и ты можешь против них сыграть. Но когда выходишь на поле, ты обо всем забываешь, в принципе. Как будто ты играешь тоже там в чемпионате Казахстана. Особо не зацикливаешься на том, что вот кто с тобой рядом.
А кто напротив тебя? Но обидно, что такая игра прошла на пустых трибунах, при пустых. Да, обидно, конечно. Я думаю, там вообще было бы, наверное, сумасшествие на трибунах. Ощущение, будто товарняк какой-то на самом деле, да? Вот. Даже если взять игры второй лиги, там хотя бы какие-то болельщики сидели, да? Да. А тут вообще никого нет, только организаторы. Обидно то, что да, именно в карантин прошел этот матч. Ну там тоже есть история, конечно, неблагоприятная для меня, можно сказать. После этого матча, после матча с Украиной. А с кем-то уже успел против Франции обменяться там фразами, я не знаю, что-то сказал, кто-то из звезд? Нет. Какие-то моменты были, на кого-то по-особому посмотрел? Нет, ну когда я вышел на поле, ни на кого не смотрел вообще. То есть неважно, там Мбаппе, Гризман или кто? Вообще не было важно, я вообще забыл о том, что там Мбаппе играет. Даже после игры я ему, кажется, даже не было такого, что вот надо ему руку пожать. Там. Или там сфоткаться с ним, или просто там пройтись рядом с ним. Вообще забыл про все. Просто по трибунке мы выходили, я у Бен Йедера, кажется, спросил футболку. Ну, он сказал просто нет. Я не знаю почему. Ну, больше же против защитников пересекался. Да. Да. Ну, кто поразил? Все, в принципе. Все? Все, да, потому что я, можно сказать, тогда не был еще физически там готовым. И даже в игровых качествах, наверное, тоже. Потому что это был мой первый сезон премьер-лиги. До этого я играл только первый и во второй лиге. И я сыграл только, кажется, один матч в премьер-лиге на то время. А тут такие соперники. Я просто, я помню, я вроде в подкате что-то хотел достать мяч и дотронулся до тела, не помню, Сисоко, кажется, был. Uh-huh. Я просто офигел от того, насколько у него там тело накачанное, что у него прям просто как камень. Я думал, вот, надо к чему стремиться, как готовить свое тело к таким играм. Поэтому в свободное время ты в тренажерном зале ходишь? Да. Ну, сколько раз в неделю ходишь? Ну, сейчас с учетом плотного графика нашего, я 1-2 раза в неделю. Потому что сейчас много игр, надо больше восстанавливаться. Ну, хотя мы не играем, можно сказать. Но все равно надо готовиться. Я думаю, по-любому будет ротация. И вот так. А ты говоришь, что не совсем был готов, и многие очень удивились твоему дебюту и дебюту Самородова. Также Станов еще вышел. Да. При этом Талгат Байсуфинов дал возможность именно молодым футболистам, которые еще в премьер-лиге да, толком не играют. Да. Большая благодарность Талгат Марановичу за, можно сказать, доверие, наверное, в такой игре дебютирует. Но когда я был в Каспии, и когда мне директор говорит, что вот вызов пришел, и тебя позвали в сборную. А я думал, меня добавили просто в расширенный список. Мне говорит, вот окончательный список, и ты в сборной. Я был в шоке. Почему? Ну, потому что я, можно сказать, на таком уровне еще себя даже не проявил. Я в первой лиге играл до этого. И вот я вот буквально перешел к Каспи, мы сыграли две игры, и уже сборная. И меня позвали в сборную. Я прям, не знаю, ушел в себя, наверное. Я даже на тренировке терялся как-то. Я думал, сборная, как, за что, типа так. Но я понял, что это может аванс какой-то на будущее. Но я все равно как-то вот, даже на тренировке надо мной прикалывались там. О, сборник там. Началось, типа там, и так далее. Уже расслабился и так далее. И я даже когда приехал в сборную, я все равно стеснялся очень сильно. Я даже с номера лишний раз не выходил. Просто стеснялся. А с кем жил? С Рамазаном Уразовым. Я еще заболел в первый же день. У меня была температура 38-39, кажется. Мне кажется, из-за этого, только из-за стресса. Я приехал, заболел, я еще Рэм подкалывал, типа, ты что гонишь, типа так. Может, переедешь, типа, а вдруг я еще заражусь. Но никому не говорили об этом. Чтобы там, не дай бог, меня там еще убрали со сборной. Я же заболел. Я вообще лишний раз не выходил с номера. И вот завтрак, обед, ужин, быстро что-то поем и сразу хожу в номер. И просто лежу.
Я очень сильно стеснялся, не знаю. Я думал, где я вообще, типа? Как я оказался здесь? Потому что я не хотел именно такого, как сказать, такого опыта сборной. Я хотел, чтобы я полноценно провел сезон, доказал, и чтобы меня по моим показателям взяли в сборную. Заслуженно. Я не хотел, чтобы меня так вызвали там, авансом как-то. Да. Ну, знаешь, это нормальная практика для казахстанской сборной. Да. При всех главных тренерах всегда были 2-3 футболиста, которые мало играли за свои клубы, но их брали, потому что они талантливые. Ну, еще, наверное, Маронович меня знал, наверное, со второй лиги, сейчас первой лиги. Я вызывался в молодежную сборную. Я думаю, тоже повлияло на это. Но я все равно благодарен. Это все равно как-никак опыт. Но после Украины я прям... У меня депрессия, наверное. Я не знаю, слово депрессия не верю в это, в принципе. Но я прям ушел полностью все. Потому что мы играем с Украиной. Счет 1-0, меня зовут на замену. И мы сразу забиваем. И ко мне Маронович подходит, говорит, все, не прессингуем. Ждем их на своей зоне. Никуда не беги. Главное – оборона. И пацаны тоже говорили так, когда я вышел. Я так и этот, выполнял установку тренера. Но после игры этот, все друг друга поздравляют с ничейкой. Ну, это хороший результат, я думаю, с Украиной на выезде. И я просто зашел там в комментарии. И просто каждый второй, наверное, комментарий там, кто это, Байден Баласа, там... Кто его вызвал? Еще мне в личку там писали. Да, всякие. Я вспомнил, да, писали. То, что ты вообще там мяч не умеешь принимать. Иди лучше этот. Брось футбол, пока не поздно. Вот и такие всякие комментарии. Я думал, что случилось? И сразу перелет получается в Астану. Я просто не спал в полете. Я думал, почему? За что? Типа, вроде выполнил установку тренера. И пацаны вроде ничего так похвалили, тоже сказали, молодец, там отработал. И все, я приехал в Каспи, обратно в расположение клуба, и дальше продолжал все это читать. Все мои там, запросы там, в Инстаграме, там, в WhatsApp, все читал. Я не знаю зачем, но я все читал. И просто, наверное, ушел в себя. Начал нарушать режим. От этого и меньше минут в клубе. Потом вообще перестал играть. Выходить на замену даже. Но в какой-то момент, наверное, я переосмыслился и подумал, что так не пойдет. И либо я сейчас такими темпами закончу с футболом, или... Просто буду работать еще больше, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не было. А при этом бытует мнение, что ты, Прокопенко, Басманов, вас немножко передержали в молодежной команде. Можно было в аренду уходить еще раньше. Тоже есть одна такая смешная история, по идее. 20-й год был, да, карантин, когда мы играли в Алматы. Да. 20-м, это как раз сборная это была. И нас отправили с Акнаевым в аренду в Каспи. Мы там играем, потом что-то чемпионат обратно останавливают. И мы уезжаем в Астану и тренируемся по этому, Zoom, по Zoom, кажется. Да. Помню. Тренируемся каждый день почти. И какой-то день нам звонит директор Астаны, на то время Ганя Дильханович. Говорит, завтра зовете ПЦР и приезжайте в Алмату в расположение клуба, мы вас возвращаем с аренды. А уже говорят, вот-вот чемпионат начнется. Да, через неделю, через две, да? Так примерно. Мы зовем ПЦР, приезжаем. Тренируемся, готовимся к игре какой-то, не помню с кем. Потом опять выходит новость, то, что вот чемпионат обратно не возобновится из-за карантина,
из-за коронавируса. И там матч еще был через месяц или полтора даже. И нас, кажется, обратно хотели... А нас обратно хотели в аренду отправить в Каспий. Да-да, я помню. И мы так с Улой вдвоем так сидим, типа, что происходит? Нас только вернули. И тут через буквально там 3-4 дня говорят, сейчас мы разговариваем с Каспи, может, вы обратно поедете. Я просто так сидел, что за цирк. И нам сказали то, что на нас рассчитывают, то, что мы будем играть. Но потом как оказалось, то, что вот на то время около 90 человек заболели коронавирусом. И нас хотели позвать именно на одну игру, можно сказать. Потому что не хватало игроков. Uh-huh. А так получилось, что чемпионат обратно остановили. И мы уже, можно сказать, не нужны были никому. В Астане обратно. И нам сказали, можете обратно ехать в Каспий. Ну там вроде не договорились. И Билик нам говорит то, что вот ничего страшного. Я на вас рассчитываю, вы будете играть. Но, ну, это можно было сказать, странно, просто потеряли. В аренду зовут, тренер не отпускает. При он отпустил, в принципе. Отпустил, в принципе. Ну, зимой да? Сказал, да, вот, если у вас есть вариант, я вас сразу отпущу. А еще раньше нельзя было отпустить? Не знаю. Типа, когда? В за ковидный год, в 20-м. 19-й год, да, примерно да, так. Да. Не знаю. В 19-м году, кажется, у меня был вариант с Иртышом. Но меня вроде как не отпустили. А ты вспомнил Асулу Сагнаева. Недавно, к сожалению, он получил годичную дисквалификацию. Ты как-то его поддержал? Ну, да, я ему написал, что случилось, как, почему код так много, в принципе. Хотя там, судя по... Я смотрел видео, там никакого толчка такого не было. Просто, можно сказать, задел чуть-чуть. Я понимаю, был бы удар. Тогда был да, бы удар, да, или прям, бы... ладно, вот так толкнул бы, может, да. Может, тогда... Даже так, я думаю, год... Даже Криштиану за толчок дали там 3 матча, кажется. А тут год, я думаю. Он говорит, что вот, подали апелляцию, ждут решения. И все, в принципе. Если, к сожалению, апелляцию отклонят, а где он будет играть? За пределами Казахстана, правильно? А, я не знаю, можно ли так. Это же все-таки на территории Казахстана, как я понимаю. Я не знаю правил. Не ФИФА же дисквалифицировала, а федерация? Не знаю, надо у него спросить, наверное. Написано под эгидой КФФ и ПФЛК. Ну, я думаю, спросят все-таки. Я думаю, хотя бы... там или куда-то уезжать спокойно. Ну да, наверное, так. Но я думаю, скосят хотя бы до конца сезона. Потому что, мне кажется, это слишком. Год. Угу. Ну или, может, это как они хотели показать, надо сделать так, чтобы дать год, чтобы судьи не трогали. А ты максимально сколько пропускал в футболе? Ну, из-за повреждений, допустим. Из-за повреждений? Да. Игр? Если говорить даже о месяцах. Но это все-таки очень непросто. Ну, в Каспи я год, пропустил да? месяц, наверное. Три игры, наверное, где-то. Потому что я уже туда реально не мог. Я уже на уколах, и у меня колено там опухало прям вообще. Я сказал то, что давайте я полечу в Астану, там есть доктор мой. И я полечусь там. Все-таки я думаю, что будет еще хуже. И вот я так месяц пропустил. А свой дебют в составе Астаны помнишь? Да, да, помню. Это когда всю молодежку выставили или в каких-то играх прям основу играла и вышел на замену? Всю молодежку выставили, вот, моя дебютная игра. Да. Караганде? Да. Я прям обрадовался, когда нам сказали, то, что мы умеем. Мы еще полетели к Кызылорду, это был чемпионский год наш. Если мы там выигрываем, то мы чемпионы уже. И на предыгровой день нам говорят то, что мы обратно улетаем в Астану, 11 человек. И будем играть в Караганде против Шахтёра. А там, в принципе, у нас шансы все равно большие были на чемпионство. И мы подумали, вау, хороший шанс показать себя, сыграть на уровне премьер-лиги. И вот, ну я обрадовался. А ты с теми парнями до сих пор на связи? Я так понимаю, что многие закончили футбол. Со всеми? Угу. Да. В принципе, со всеми на связи. Ну не так, что мы прям каждый день общаемся, но на связи. Угу. Многие до сих пор играют. Ну, в основном, наверное, во второй лиге. Ну, там Сула, Сагнаев сейчас в СД, Мади, Хантенгри, Жакипаев, Жасланка Ирикена в Иртыше,
А, Лев Скворцов еще же был тогда. Он сейчас в Шиннике. Саги Совет сейчас в Жингсе. Остальные, можно сказать, во второй лиге. Либо кто-то ушел из футбола. Да, есть те, кто ушли, да. Очень часто именно воспитанники столичной школы футбола заканчивают карьеру очень рано. Да. Я не знаю, чему причина это. Кто-то выбирает просто учебу, например. Я думаю, с одной стороны, я думаю, это правильно. Чем раньше понять, наверное, или не знаю. Не знаю, у каждого свой выбор. Но ты решил именно попасть в профессиональный футбол. У тебя старший брат, если не ошибаюсь, да? Да. Тоже играл. Да, мы с ним вместе пошли на футбол. Получается, мне было 10 лет, ему 11. У нас друг со школы занимался в центре Астаны. И он сказал то, что вот что вы уже там во дворе постоянно играете. Может, типа, запишитесь уже. И мы записались. Мой первый тренер был Котов Константин Владимирович и Туксамбаев Карет Хамитович. И вот мы, получается, в 4 классе пошли в центр Астаны, записались. Родители привели. Я знаю, что ты в школьной команде буквально разрывал. Чуть ли капитаном был, лидером. Забивал в финале Кока-Кола, был городок, да? Помнишь все игры? Самая памятная игра, наверное, это против 63-й школы. Там играет мой близкий друг Алдиар. Да, я Вы знаю. Его знаете. Я его знаю, да. И у нас постоянно, каждый год мы с ними в финале. Каждый год. А он, можно сказать, там один. А у нас там все футболисты. Там 2001, 99, 2000, все в центре Астаны играют. И он, получается, прям футбольная команда, а у него там... Ну, просто, можно сказать, любители, и он один там как-то выгребает. И он постоянно злился там. И, получается, мы играем в финале. И там мы играем своими мячами. Там нету... Организации никого нету, там просто судья там с другой школы, там тут тренер. Мячи свои. Он принес свой мяч на игру и говорит, давайте этим играть. А у нас свой мяч тоже был. И мы играем его мячом. И первый тайм заканчивается 4-1. Проигрываем 4-1. Это прям для нас сенсация была. Для всех сенсация была, что мы проигрываем. Потому что мы каждый год выигрываем. И у меня друг Алишер тоже близкий. Просто берет мяч и как вынес его. За ворота вообще куда-то. И в итоге, кажется, этот мяч вообще не нашли. И говорит, все, второй тайм играем нашими мячами теперь. Судья такой, а все хорошо, типа так справедливо будет. И все, потом во втором тайме 6-4 закончили. Выиграли. Да, и он потом с нами, кажется, даже не общался. Ты лучшего игрока получил тогда? Да. Вообще часто в детстве получал награды индивидуальные? Ну, мой первый турнир за Астану, группе подготовки, мы поехали в Кустанай. Там, мне кажется, получил лучшего полузащитника. А потом, да. Ну, не так часто, но в школьное время, да. За школу в основном. А так, чтобы группе подготовки. Лучше бомбардиры получал последний год, кажется. Все. Сразу решил быть нападающим? Нет. Полузащитника играл? Я. Защитника? Там... Я играл полузащитника. Угу. Первоначально. Центрального. Центрального. Я был маленький, по идее, ростом. А, ты потом вымахал, говорят. Я был до 9 класса. Мы в школе, вот когда физра, физкультура. Я стоял почти последний. Самый маленький был. Хотя у меня там брат, два брата есть. Они высокие. Один. И у меня родители тоже высокие. Мама, высокие. Папа высокие, все высокие. А я один маленький был. Но мне все говорили, то, что после 9 ты вырастешь. Не переживайте. А мне наоборот было комфортно, потому что мне так удобно было играть в футбол. Ну да, полузащитники все же небольшие. Но я был маленький, я был технично, можно сказать. И как-то так получилось, что вот я за 3 года, я там медкарцию посмотрел, на 36 сантиметров вырос. Я резко вырос прям. Я вот таким был. Худой, высокий такой. Да, и мне было тяжело прям. Ну, конечно, ноги не слушаются, игра поменялась. Да, и вообще... Первое место техники нужно продавливать. Я из полузащитника потом перешел в защиту вообще. Центральный защитник играть, да. И в Алмате мы играем, получается, первую игру. Это моя первая игра в роли центрального защитника. И я, получается, растение мозг. Меня просто вот так в капкан. Два игрока Кайрат. Я просто попал в больницу.
И после этого я отлежался. Потом все равно играл в центральной защитника на тренировках. Но потом мой первый тренер, получается, Котов Константин Владимирович, снова возглавил нас. И он меня поставил нападение. И так я стал нападающим. Начал забивать. Да, у меня получалось забивать. А мне не нравилась эта позиция. Мне почему-то нравилось играть по защите, созидать. Но я понимал то, что сейчас у меня уже... Знаешь, как игру нападающего оценивают? Просто смотрят на статистику. Если мало забил, все, плохой нападающий. Да. С полузащитником как-то проще. Да, наверное, да, так. Но я думаю, это справедливо. Все-таки это наша справедливо? Работа. Справедливо? Но это наша работа, нападающих забивать. Но никто, в принципе, не видит нашу работу, например. То, что мы там то, бегаем, что прессингуем, там, да, отрабатываем защиту. Да, свободную зону перекрываем. Да, помогаем забивать другим нападающим, крайним, например, освобождаем зону. Но никто об этом, никто этого не видит же. Все видят только вот результат, табло, кто забил, кто не забил, кто отдал. А остальное никто не видит. При этом твой рекорд в профессиональном футболе 25 голов за сезон. Во второй лиге? Да. 27. 27 даже? 28, но там один гол не засчитали. Не засчитали. Ну, там техническое поражение дали. А Спинай сейчас забивал? Да. Угу. Да. Всегда был уверен в себе, подходил к точке уверенно, да? Ну да, во второй, в первый, да и в прошлом году постоянно подходил. Но в Астане мы играли на кубок с Алтаем. Тогда я вот промахнулся, и мы проиграли. Вылетели, получается. А если в сборной или в клубе доверят пробить? В клубе, если брать международный матч. Решишься пробить? Да. Я вот, когда вот перед Браном, я вот уже думал, смотрел на табло, я думал, возможно, серия пенальти, я пойду первым бить. Почему? Чтобы не случилось, я пойду первым все равно бить. Не знаю, у меня такая мысль была, я пойду первым бить. Я знаю там свой угол, куда бить, я просто пойду ударю. Об этом думал. А в премьер-лиге сколько забил с пенальти? Да. В премьер-лиге? Два, мне кажется, или три. Ну, не часто. Не, не так часто. Потому что мы тут два пенальти. Пробивали, да? Но когда был Горовенко в Махтарале, я промахнулся с первого раза с табулом. После этого меня убрали как штатного. Еще там не было штатного. Да. Ну, просто я тогда был уверен в себе, я тогда забил еще. И думал, ну вот сейчас пенальти и дубль в форме. Но не забил. И меня убрали. Сказали, ты не будешь больше бить. И после этого я не бил. Знаешь, когда я делаю интервью с нашими футболистами, я всегда спрашиваю, есть ли мечта уехать за рубеж? Конечно. Ты... Ну, может, для себя уже определил какие-то приоритеты, какой-то чемпионат? Выиграл? Нет никакого приоритета. Прям многие хотят основного... уехать. Из-за схожести менталитета, из-за не того, знаю. Что сейчас потихоньку начали туда наши уезжать, а бах, уехали. В принципе, без разницы. Без разницы? Вообще без разницы. В любой чемпионат европейский. Если позовут, если будет прям конкретное предложение, то сразу готов уехать. А за все время какие-то варианты были? Ну, какие-то разговоры были. Только но разговоры? Но там, что прям конкретно звонили там, да, нет, такого не было. А какие страны? В прошлом году после Махтарала звонили с Израиля. С Израиля? Высшая лига? Да. ХПЛ, Макаби, да? Ну, там их много. Да, но, не знаю, я на то время еще такие новости были по поводу там войны, я сказал сразу нет. Угу. Не знаю, как-то не мог, наверное, морально просто там туда пойти. Угу. Смотря на эти все новости. Не знаю. А еще какие варианты? Даже не интересовался, какой клуб. Просто сказал, Израиль нет. Все. Извините, но нет. Но Россия? ФНЛ, наверное. ФНЛ? Ну, это тоже разговор, это не прям, что вот давай, мы тебя хотим, там. Это просто там, хочешь, да, ну, хочешь, не хочешь, может, попробуешь там. А так, чтобы конкретного, нет, не было. Но многие считают, что не стоит уезжать в чемпионат России, потому что нет Еврокубков. Но я все равно думаю, это хороший чемпионат, даже несмотря на то, что нет Еврокубков. Все равно, я думаю, там уровень выше, чем наш чемпионат. Ну, конечно. Даже в условиях санкций легионеры там гораздо выше. Ну да, это 100%. Уровень игры, скорость игры, я думаю, все равно выше. Я думаю, наоборот. Ну, не то, что наоборот. Я думаю, все равно это
шаг вперед. Я думаю, все равно скауты следят за российским чемпионатом. А есть команда мечты? Есть. Ну, за которую я болею, наверное, Реал Мадрид. За Мадрид? Да, но если быть реалистами, конечно, тяжело очень. Ну, знаешь, как-то недавно Макс Самородов сказал, что вообще сделал бы все возможное. Сделаю? Для какой-то цели, да. Конечно, да. Я не хочу прям делать такой, как это сказать, анонс или как? Как еще можно сказать? Заявление. Заявление, то, что вот я там добьюсь там этого. Нет, просто потихоньку, угу. Без громких заявлений, просто работать и только один бог знает, где мы окажемся. Угу. Ты почти всю жизнь живешь в Астане, ага. А сейчас удается домой выбраться? Нет, я полгода не был в Астане. Полгода не был дома. Только в аэропорту, когда только в аэропорту. Стыки там куда-то надо один раз улететь, вот. Да? Я думал, я успею поехать домой хотя бы. После сборной? Да, после Азербайджана, кажется. Угу. Но не успел. Не успел. И так и не был дома полгода. А родители сюда приезжали, родные? Ну, родные приезжали, но родители не приезжали. Не приезжали? Брат приезжал, там, тетя, сестра, брат. Угу. Может, это психологически как-то давит, может быть, мешает? Нет, что в принципе. Ну да, увидеть, скучаю, конечно. Да. Но я уже, можно сказать, привык к такой жизни. К самостоятельной. Для меня нормально, в принципе. Расскажи о своей семье. Нас четверо. Четыре пацана. Угу. Мама, папа. Угу. Брат старший. Играл раньше в футбол. Закончил там из-за травмы. Третий, получается, братишка. Он очень умный, мне кажется. Ну, учится? Да. Будущий научный какой-то исследователь, может. Mm. Правильно сказал? В университете учится уже? Не, он маленький, он в школе. Маленький? Но он типа зубрит прям. Mm-hmm. Столицы, математика, алгебра, все подряд. Mm. А ты этим сильно не увлекался? Нет. А младший, он прям фанат футбола. Угу. У нас прям схожий, по идее. Вот. У меня брат тоже такой. Да. Все более... знает о футболе. Но он более такой. Яда. Как сказать? Он лучше меня учился, брат. Угу. И получается, третий, старший братишка, он тоже хорошо учится. А младший, он больше любит футбол. Ну, он только пошел в первый класс, конечно, но он все равно прям фанат футбола. Mm-hmm. Уже записался? Нет, пока рано. Mm-hmm. И даже была такая смешная ситуация, то, что вот когда в основном приезжал вроде как ШОС, или как? ШОС, да, правильно? Да. И он так выглядывает в окно, и там машина проезжает с флагом там Франции. Да-да. И он спрашивает, мам, там, пап, МБП, что ли, приехал там? Mm-hmm. Что-то пустые дороги там, и так далее. Там говорят, нет, это просто... Ну, там происходит какая-то организация, ШОС и так далее. Объяснили как-то братишки. И вот. Но он прям фанатит от футбола. И у него еще хорошо получается. Не так, что он просто берет мяч пинает. Но когда мы с ним играем, он прям пытается что-то обыграть, там что-то... Mm-hmm. Что-то пытается, короче, делать. Yeah. Я прям вижу в него прям... Как будто себя вижу в детстве. Вот так. Mm-hmm. А Саша, наоборот, более чуть-чуть такой... На учебу. Родители всегда поддерживали твои занятия, твоего брата футболом? Ну, да, поддерживали всегда. Но все равно просили не забывать о учебе. Но когда я подписал первый контракт, получается, с дублем, я тогда учился в ЕНУ, Евразийский университет. Еще на платной основе учился. Тогда еще дорого было, в принципе. Я прям каждый день посещал, не пропускал. Угу. Хорошо учился, в принципе. Ну, успевал. Там же для спортсмена послабление же есть, то, что нет, какие-то вообще пары нет. Пропускать. Mm-mm. Нет. Мне вообще не давали такого. А если выезд? Ну там тоже надо что-то сдавать справку, потом открывать вот эти неявки, я уже забыл даже, как называется это все. Mm-hmm. Пропуски, не пропуски, оторбаться их надо потом. НБ. Да, я прям просто запарился, можно сказать. И потом. Я уже говорил, я не хочу учиться. Давайте я лучше пойду там в университет, где так будет более такие легкие условия,
я могу пропускать. Но говорили, нет, терпи там, ничего страшного. Через это пройдешь там. Все через это проходят. Но после того, как я подписал, все сразу. Балам. Можешь бросать. А родители сами раньше спортом занимались? Нет. Прям профессионально не занимались, но прям отец очень жестко увлекался в целом спортом. Биатлон, хоккей, футбол. Мама тоже хоккей любит. Ну и футбол тоже, в принципе. Ну, мои матчи только смотрят. Ну и знает, конечно, там Роналду, Месси и так далее. У меня даже был один момент, то, что я чуть ли не бросил футбол. Почему? В детстве. Что в Астане суровая зима. Ну да. И получается, отец прям каждый матч посещал хоккейного клуба «Барыс». И меня с братом как-то с собой взял. И мне понравилось. Ну, в принципе, атмосфера, игра, в принципе. Ну, не так, что я вот, о, все, я хочу бросить футбол, давайте хоккей. Потом началась зима, суровая зима. Нам негде тренироваться. В группе подготовки. Ну, мы в зале обычно занимались. Ну, это уже был футзал, по сути. Ну, даже тогда зала не было, кажется. Даже зала не было. Тогда не было зала, в то время. И наш год, получается, кажется, собирались на стадионе Мунайтпасова. На парковке. И чистили снег, и так и тренировались, можно сказать. Я не знаю, почему, я не ходил. И меня родители обскали, я не знаю, я почему-то не ходил. Я, кажется, месяц так пропустил тренировок. И мой друг, который меня привел в футбол, он ушел через месяц в хоккей. И он, я узнал то, что он тоже, ну, хоккеем сейчас начал заниматься. Я начал интересоваться. Кто там тренер, что надо, что не надо, что надо купить. И маме сказал, давайте попробуем, может. Раз я не хожу на футбол, то давайте, может, на хоккей попробую. И все, взяли номер тренера, поговорили, но все-таки не пошел. Вроде все договорились, то, что завтра приду, поговорю с тренером, что надо купить, что надо там взять, но я не пошел. У каждого футболиста есть свой хейтер, свой, очень много хейтеров, свои какие-то личные персональные хейтеры. А у тебя есть возможность к ним обратиться и к болельщикам сборной Казахстана, Астаны, напоследок этого интервью. Нечего сказать, в принципе, хейтерам. Я думаю, они везде есть. Я сейчас меньше начал читать. Я вообще уже перестал читать, можно сказать. Там комментарии читать там и так далее. Не знаю, в каждой стране есть хейтер, у каждого футболиста есть свой хейтер. Я просто так думаю, иногда даже у таких футболистов, как Месси, там, Криштиану, есть до сих пор хейтеры, которые их критикуют. Но они через это проходят все. Я думаю, это коснется каждого, в принципе. Я не заморачиваюсь насчет этого. Я не хочу там ничего передавать, там, вот, смотрите, я там забил Брану, что там. Что хотите сказать там и так далее. Просто надо работать, несмотря ни на что. Ну, ты нормально к критике относишься. Ну, но иногда я не понимаю вот этих комментариев, там, как диванных экспертов, можно сказать. Которые никогда не занимались футболом сами. Ну, это 100%. Ну, мне кажется, 8% из них никто не занимался. Они просто смотрят там, не знаю. На футбол как-то, не знаю, каким взглядом. Вообще не знаю, не понимаю. Но они ничего не замечают, кроме голов там, или финтов и так далее. А кто сколько бегает, то прессингует, то открывает зону, никто же это не смотрит. Спасибо за подробные ответы. Было, честно, очень откровенно. Интересно, самое главное. Так быстро, да? Да, надеюсь, и интервью понравилось. Первое в твоей карьере, да? Первое большое. Следующее будет на Казахском. Да. Келесте, мне труде, Рамазан, казах тілінде, демек, ана тілінде, сұхбат береді болады. Алла жаса. Алла жаса, иә. Рамазан, я знаю, что у твоих родителей уже скоро день рождения. Да, пользуюсь случаем. Я хотел бы поздравить мама, папа,
Поздравляю вас с наступающим днем рождения. Желаю вам самое главное – здоровья. Ни о чем никогда не переживайте. Мы для вас сделаем все, чтобы вы ни в чем не нуждались. Я чувствую всегда вашу поддержку. Давно не виделись. Очень скучаю по вам. Я вас люблю. И сделаю все, чтобы вы были счастливы и здоровы. Самое главное для меня. Поздравляю еще раз.